Примерно 500 или 1000 лет назад один из правителей японских был выслан, отправлен в ссылку управлять этими землями. Из Абараги, да, его отправили в Акито. Он очень не хотел сюда ехать, поэтому он решил, что он возьмет всех своих женщин, которые жили рядом, ну, в его поселении, и привезет их с собой в Акито. И получилось так, что в Абараге совершенно не осталось женщин. И ему правитель Абараги говорит, как ты мог увезти всех женщин? А здесь в Абараге теперь вообще некого, ну, даже некого вансен сводить. И тогда он говорит, ну, хорошо, я тебе отправлю половину. И он взял и отправил ему самых некрасивых. Поэтому считается, что в Акито женщины самые красивые, а в Абараге самые... То есть это реально true story. На японском языке я прочитал это, эту историю. Поэтому мы сегодня в Акито, а не в Абараге. Кто ты сказал про воительниц каких-то? Откуда ты это вообще знала? Читала я где-то эту тему. Не, не про воительниц, но что, когда была гражданская война, что были девушки, которые там каким-то образом поспособствовали...